А сейчас Андрюша скажет слова. Привет всем! Мы усиленно репетируем к новогоднему концерту. В этот раз мы начали даже за месяц, а не за две недели, как обычно. Вот. У нас есть барабанщик, у нас есть Таня, которая поет. Но мы очень хотим спать. Спать всегда. Потому что сейчас поздняя ночь. У Саши завтра пара с утра. Да. Она вот, каждый раз с утра. Мы в этот раз вас порадуем гораздо более тяжелой программой, чем была в прошлый раз. Я сейчас не говорю. Гейн на наших примочках все больше и больше от концерта к концерту. Каждому приходится осваивать какие-то новые элементы игры в связи с расширением программы. Я вот похвастаюсь, сегодня приобрел слайд, которым мне предстоит научиться играть, хотя, скорее всего, я не успею. Но, тем не менее, программа нам уже очень нравится. Мы скоро начнем искать, какие песни мы скоро начнем репетировать. Поскольку, как известно, совершенство — это никогда уже нечего добавить, а когда уже нечего ничего убрать. Поэтому следите за приходите к нам на концерт. Юра, помаши ручки. Не в этом смысле. Вот. А на себя тоже наведи камеру теперь. Дайте мне сюда камеру. Вот. У нас еще есть Андрей. Вот, он снимал. Я. Да. Ну, на самом деле, мы уже минута 38, 39, 30, 40, 41, а время репетиции 42, идет. Давайте играть. Пока.